22 ноября в рамках бизнес-миссии делегации Тверской области в КНР губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный консул Российской Федерации в городе Шэньян Сергей Черненко, представители органов власти и предприятий Верхневолжья ознакомились с работой российско-китайского торгово-промышленного парка в Шэньяне. Реализация проекта ведется на базе местной комплексной бондовой зоны «Цзиньхай». В парке создают таможенные склады, центр по диагностике и ремонту, беспошлинной обработке, помещения для хранения продукции, хозяйственные и административные здания. В настоящее время введена зона пищевой промышленности площадью 40 гектаров для разгрузки, хранения, переработки товаров. Первыми резидентами парка стали более 20 российских компаний. В перспективе их количество планируется увеличить. По итогам посещения поддержано предложение Игоря Рудени о размещении на площадке тверских компаний. Вопросы взаимодействия в сфере промышленности, инвестиций и по другим актуальным направлениям Игорь Рудени обсудил с китайскими коллегами при посещении правительства района Ляочжун города Шэньян, где расположен парк. В частности, речь шла о возможности размещения в Шэньяне промышленной резиденции Тверской области для дальнейшего сотрудничества Тверского региона и города. Китайская сторона поддержала предложение Игоря Рудени и выразила готовность оказать необходимую поддержку в реализации проекта.